Всем привет! Вы на канале Лего Алекс. И сейчас я буду делать обзор моей Лего-самоделки, которая называется «Отчаянная атака». Это как раз та самоделка по Японии, которую я обещал. По Японии, то есть война на Тихом океане. То есть война США против императорской Японии. Но сначала немного истории. После того, как началась война между США и Японией, про это у меня будет отдельное видео когда-нибудь, то множество островов было захвачено США. И на некоторых островах оставались вполне себе нормальные действующие гарнизоны. Например, история с гарнизоном, по-моему, на Филиппинских островах или Папуа-Новая Гвинея, где-то там, в общем, был гарнизон 32 тысячи японских солдат. Они попытались вырваться, их окружили просто на этом острове, они были в центре. Они попытались вырваться, и после, по-моему, 5-часового боя все 32 тысячи солдат уже лежали трупаками. Из американцев там, по-моему, что-то, по-моему, только раненые были, и все. В данный момент тоже. Здесь у меня есть окруженные японские солдаты, которых уже нету, но про них попозже. Ну и живые американские солдаты. Япошки попытались вырваться. Давайте обозревать. Здесь у меня вот такие пальмы по всей самоделке. Итак, растительность. Первый японец просто изрешетен пулями. Вот, у него прям крови все полно. Такой вот мой самодельный японец. У него японская винтовка Арисака со штыком. Опять растительность. Следующий японец, он прям во время того, как его пронзили пули, он прям упал. Еще одна японская винтовка. Ну и командир вот такой вот с катаной, его тоже пронзили пули, из дырки сочится кровь. Командиры предпочитали почему-то бегать с катанами, не с пистолетами, не с автоматами, не с винтовками, а именно с катанами. Ну и знаменосец с флагом страны восходящего солнца, также пронзенный пулями. Это была первая часть самоделки, теперь давайте приступать к окопам. Вот окопы, здесь у нас вот такой вот командир Брикенлайтонский, которого я использую как американца. Далее вот такой вот американский солдат с М1 карабин смотрит, нет ли здесь среди убитых японцев живых. Далее американский пулемет Браунинг на подставочке. Ну и здесь раненый один американский солдат, вот у него такая бинты, там кровь виднеется. Пулеметчик склонился над ним, ну перевязал его, в общем-то говоря. Далее земля, американский флаг. Вот, также здесь пальмы какие-то, деревья. Мешки с песком, вон такой, наверное, с продуктами или с патронами, ну и американский флаг. Такая вот маленькая самоделка у меня получилась. Ну что я могу сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях идеи следующих самоделок. Всем спасибо за просмотр, всем пока!